винт у нас не крутится, движок не хочет нас тянуть. Сейчас. Еще одного поймал, да? За яйца. Блядь, иди сюда. Чуть за яйца меня не поймал. Ох, нифига, ясь. О, прям уж, прикинь, как схватил, ну. О, я на красно-белую, мою любимую резину. Всем привет! У нас сегодня очередная рыбалка с моим товарищем Алексеем. Значит, сегодня приехали вот на Казанке на пятой. Поедем сегодня на окуня, на щуку с ночевкой. Погода у нас сегодня плюс 20-21 где-то. Ну, немножко дождь. Вот, обещают грозы. Завтра будет жарче погода. Ну, пока что у нас традиции. Вот. По приезду нам в любом случае надо заправиться компотиком. Ну, нам ни хвоста, ни чешуи, а вам приятного просмотра. О, нифига, Лех, стой. Сильно не заезжай, она даже до дна не достала вода. На лодке. Я знаю, сейчас она уйдет. Да-да, я держу. Давай-давай. Давай-давай, держи. Держу. Сейчас я выйду и все. О, нифига себе, выехал, блин. Я думал, не выйдет. Ну все, лодку спустили. Сейчас погрузимся и вперед с песней на рыбалку. Если честно, я даже не знаю, как будем завтра подниматься здесь. Машина немножко буксует. Может быть, другое место будем искать. И вода у нас, кстати, уходит. С этого места у нас потихоньку начала вода уходить. Не знаю, насколько завтра уйдет. Ух ты! Порвал штаны. Порвал штаны? Ёлки-палки. Вот так вот. Иголка с ниткой у меня есть, если что. Можешь зашить. Да? Да. Ну ладно. Везде растут. Здесь чисто окуневое место. Леха рулит сегодня. Хотя завтра. И завтра тоже Леха рулит. Здесь русло вообще маленькое. Потихонечку, ну идем. Сейчас разгоняться пока не будем. Сейчас мы выйдем из этих кустов и потом попрем уже до места. Вот буквально вот возле берега идем по основному руслу. Тишь да гладь. Погода офигенно наладилась. Утром был сильный ветер, но сейчас уже стих ветер и дождя уже нету. Приходится, короче, по этому руслу петлять туда-сюда, там крюканы нарезать. Второй раз намотали целые коряги. Винт у нас не крутится, движок не хочет нас тянуть. Целые коряги вот такие. И они сопротивление имеют, и лодка не идет толком. Все, погнали. We'll be right back.
Вчера мы приехали, ну немножко, конечно, выпили, побухали, короче, и сегодня утром встали, вот сейчас у нас погода вообще просто налазит. Вчера был ветер, сегодня, короче, спокойно. Вот, сегодня попробуем половить на воблере, вертушки, всякие разные приманки. Сегодня, конечно, у нас мошки много, но нам благоволит сегодня погода, вообще офигенная. Будем пробовать. О, что-то мелкая мелочь попалась. Ой, вообще маленький. Вообще. Децельный. На живца. Ну, на живца бы. О, есть, что-то покрупнее. Угу. Снимаешь? Вон, да. Угу. Он возле берега там плещется. Там на щуку похоже. Есть. Тоже есть. Да, да, тоже покрупнее. По крайней мере, не мелкий. О! О, ох, нифига, ясь. Ясь, оказывается. Ясь, Андрюха. Изя, блин, взял. Семь тремя зацепил. У меня тоже. У меня ножницы есть. О. Да он, ладно, это не щука. Это... Зубов он, не страшно. О, какой. Ну, нормально. Нормальный. Изя поймал. Сейчас. Изя это ловит. Тихо ты, блядь, тихо. Сильнее держи его. Ну-ка. Тут тихо ты. Сейчас, подожди, фото. Раз, два, три. Можешь мелочь питать. Ну, окунь, окунь. Ну, я знаю, окунь, да. Как водит. Ну, видишь, мелкий. Мелкий, выкидывай. Вот такая хуйня вот поймается, вот она за глаз, блядь. Ага. Видишь? Оп, блядь. Ух ты, какой дерзкий, блядь. О! Угу. Оп, есть. Есть, да? Да. Ну какой дерзкий, а? Дерзкий какой, да. О! Берем? Берем, нормальный окунь. О, хороший. О, прямо вот здесь вот плюхнулось. Клянь вертушку, Андрей. Вот еще. Оп, есть. О, сука, ты ушел, блин, видел? Ага. Опа, есть. Сука, щука, ёпта. Хуя себе. Я просто опустил ее, блядь. Держи. Сейчас. И еще одного поймал, да? За яйца. Блядь, иди сюда. Чуть за яйца меня не поймал. Сука, какая ты дерзкая, да? Ёб твою мать, а. Успокойся. Первая щука в этом году. О, есть.
Есть? Да, на кислотную вертушку. Он тройник такой нормальный, ну небольшое. Бомбарда. 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 Бомбарду. Ну, прям уж прикинь, как схватил, но уже, считай, почти все тройники зацепил. Ну небольшое, что выпущу. Ну целый выпускай, не сдохнет. Целый, нормально. Так у нас дохуя уже. Ну. Вот такая мэпсовская. Ну это не мэпс, пятерочка, это когда-то давно покупал. Фишкин какой-то, хер его знает. Сейчас немножко в другое место переедем. Там уже поклевки перестали здесь вот брать. Ну, буквально метров 200 проехать. Здесь затишье тоже. Ветра нету. Мелочь. Мелкая щука. Не будем брать? Не, она мелковата. Щипцы надо? Или так? У меня есть. А, есть? С зубами с этими, блин. А, блин, походу сдохнет. Да не. Жабры ей, блин. Да ты сильно-то не дергай. А у меня жабры. Да нормально. Да, ясь, скорее всего. Ясь. На резину, блин, взял. О, я на красно-белую, мою любимую резину. Красно-белую у всех любимая. Ну, не только у тебя резина любимая. Хороший. Сейчас подожди, вытащу. Да. Нормальный такой. Террасе, блин. Давно я на резинку-то не ловил, изи. Все нормально, потянем лебедкой. Все, друзья мои, закончили нашу суточную рыбалку. Короче, наловили щуки, окуня, под яски попадались. Вот. Подписывайтесь на канал. Буду очень рад, если вы ко мне подпишетесь, поставите колокольчик, поставите комментарий какой-нибудь. Ну и всем до следующей рыбалки. Всем счастливо.